Уважаемые каспийчане, согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 августа 2021 года номер 1347, в период с 15 октября по 14 ноября будет проведена всероссийская перепись населения. Просим вас принять участие в этом масштабном мероприятии. Это важно для России и для каждого из нас. Вы можете сделать это одним из трех способов. До 8 ноября 2021 года самостоятельно заполнить переписные листы в личном кабинете портала Госуслуг или до 14 ноября позвонить в городской отдел статистики по номеру 554780 и договориться о времени прихода к вам переписчика. Либо в период с 15 октября до 14 ноября посетить стационарный переписной участок. Напоминаем, при переписи постоянным местом жительства считается тот населенный пункт, дом, квартира, где опрашиваемый будет проводить большую часть своего времени постоянно. Оно может совпадать или не совпадать с вашей пропиской.